С 1 по 9 октября пройдут мероприятия «Большой учительской недели», которая охватит все регионы страны, сообщает в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В эти дни подведут итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России». Пройдет финал конкурса «Мастер года России». Напомним, указом президента страны 2023 год был объявлен годом педагога и наставника для школьников, которые только планируют стать педагогами, а также для тех, кто хочет получить дополнительное образование в этом направлении, создан портал «Будьучителем.рф», где собрано более 170 учебных заведений со всей страны. Из них 34 вуза профильно-педагогические, в остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также это можно сделать на региональном портале госуслуги. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 340-08-47. В Самарской области стартовала 26-я областная общественная акция «Благородство». Это социально значимый проект, имеющий свою историю и традиции с 1998 года. Девиз общественной акции «Благородство» – «Творим добро вместе». В телеграм-канале Куйбышевского района говорится, что ежегодно в оргкомитет поступает свыше 300 заявок с историями, в которых рассказывается о различных достойных и благородных делах наших земляков. Подать заявку на участие в акции можно по адресу 443-001, город Самара, улица Самарская, дом 179, либо отправить свои истории и данные на почту благородство-63@mail.ru. Сбор заявок проходит до 20 октября. Жители Советского района через телеграм-канал приглашают ознакомиться с кандидатами муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание». Голосование проходит с 15 по 30 сентября в следующих номинациях «Мы вместе», «Признание и уважение», «Единство и успех». Отдать свой голос за кандидата можно в социальных сетях и лично в пунктах голосования, расположенных по адресам: Дом культуры «Заря», проезд 9 мая 16, Дворец ветеранов, улица Мариса Тореза, 103А, администрация Советского района, улица Советской армии, 27. Также проголосовать можно через сервис госуслуги.